Тысячи участников, участков, развернутые в областях. 1027 пунктов голосования работают в городах и отдаленных районах на востоке Казахстана. Учтены интересы всех тех, кто сейчас не может по объективным причинам прийти на участки. Допустим, проходит лечение в амбулаториях, либо находится в воинских частях и подразделениях в исправительных учреждениях. В таких местах развернуто 68 пунктов голосования. Что касается наблюдателей, то только в Усть-Каменогорске за ходом голосования следят 110 наблюдателей из числа активистов региональных НПО, а также двое наблюдателей из России. Замечаний фактов подтасовки и порчи бюллетеней, по их данным, к этому часу не зафиксировано. В пунктах голосования также присутствуют аккредитованные представители республиканских и областных средств массовой информации. Даже голосующие оставляют отзывы благодарности за проделанную работу, что на данном наблюдательном участке нарушений нет.